300 лидеров детских и молодежных организаций муниципальных районов Омской области собрались в лагере «Березка». Здесь уже 24-й год подряд под эгидой регионального министерства по делам молодежи проходит профильная смена «Лидер». На ней воспитываются организаторы и руководители организаций для детей и молодежи. В этом году специализированная смена называется «Лидер-холдинг». Это такая экономическая игра, отряды в которой фирмы, а девизы, кричалки – настоящие уставы. Каждый отряд фирмы имеет свою специфику – туризм, творчество, шоу, мастерство, медиа и другие. За время пребывания в лагере ребята попробуют себя в роли организаторов спортивно-туристического или военно-патриотического мероприятия, специалиста в области права, пиар-технологий, побудут вожатыми. Первую половину дня мы с ребятами учимся, то есть у них идут лидерские отряды, они проходят 8 профилей, каждый из ребят. И у нас сформировано 9 отрядов. В отрядах ребята углубленно получают еще какой-то один профиль. То есть все пройдут лидерский профиль и, допустим, отряд, который пресс или медиа, пройдут еще 8 часов вот этого профиля и в результате получат удостоверение инструктора по тому или иному направлению деятельности. На открытии смены с участниками встретился исполняющий обязанности губернатора Омской области Вячеслав Синюгин. Он пообщался с молодыми лидерами, рассказал о приоритетных направлениях, которые были бы полезны молодежи. Ребята, в свою очередь, поделились своими планами и проектами. У нас в регионе всего 43 пионерских лагеря на сегодняшний день, из которых 4 находятся в областной собственности. Это один из лагерей, лагерь «Березка», 5 муниципальные, порядка 20 в районах сельских. И, конечно, бюджет области, губернатор области достаточно большое внимание уделяет этому направлению. Вкладываются серьезные деньги на то, чтобы оплачивать путевки для льготных категорий особенно. В течение смены все отряды подготовят тематические дни, поучаствуют в конкурсе, где представят себя, свой коллектив, проявят лидерские качества. Победители отправятся в ноябре на всероссийскую смену «Молодые лидеры России» в лагерь «Океан». Главная цель уже несколько лет – конкурс «Лидер», путевка в «Океан», побороться, выиграть что-то из этого. Ну так, пообщаться с хорошими людьми, которых знаю, новых друзей завести, отдохнуть. Почему ты так стремишься в «Океан»? Что там хорошего? Там всероссийский детский центр. У меня, брат там был, друзья мои хорошие были, уже такие вот сформировавшиеся люди, личности. Хочется быть таким же.